Большой футбольный урок, посвященный чемпионату мира и истории ФИФА. Вообще, для школьников и студентов района провел руководитель Центра подготовки волонтеров при Сочинском госуниверситете Сергей Черемшанов. Он отметил, что принять участие в российском турнире желают добровольцы всех стран. У нас примерно подало заявок со 150 стран. Есть, как я уже говорил ранее, есть такие экзотические страны, как Фиджи, Оман. Есть много заявок из Египта, Мексики, Колумбии, Нигерии, где футбол набирает большую популярность и очень популярен среди обычного населения. Иностранцев ждем, иностранцев будет, но мы отбираем именно иностранцев с опытом волонтерской деятельности. После футбольного урока в районе прошел футбольный турнир. В честь 500 дней до Мундиаля стартовал кубок главы районной администрации по мини-футболу среди юношей. В этой спортивной баталии побеждают дружба, здоровый образ жизни и азарт. Вообще в Лазаревском районе, как и в целом по Сочи, делается немало для развития спорта. В нашем районе, в Лазаревском районе, открыт замечательный спортивный комплекс, в котором мы находимся. Сегодня строится спортивный комплекс в микрорайоне ЛАО. В декабре 2016 года в Лазаревском районе открыта скейт-площадка, две площадки воркаут. И в 2017 году в 33 населенных пунктах, сельских населенных пунктах, у нас будут построены площадки воркаут. Ежегодно более 30 площадок спортивных и детских строится в нашем районе. Поэтому мы можем сказать, что каждый ребенок, каждый житель может заниматься спортом.